как будто не мы, а какие-то тени, вернулись назад с покоренных вершин, включают наш свет, ищут наши потери и мягко ступают там, где мы спешим, как будто не мы вылезают из ванны, смеются и плачут, стоят на ветру, смеются, когда поднимают стаканы, и плачут, как будто играют в игру, как живые охотник желает знать, какого хрена патрон последний, когда подадут сигнал, и где запасной парашют. Оглушительный поезд, и кто-то раздвинул границы строки, как будто не нашей дрожащей рукою внесет изменения в черновики, и стрелки застынут за час до заката, как будто не нашей безумной весны, а поезд идет, завтра новая дата, и кто-то как будто кричит со спины, каждый охотник желает знать, какие выходы есть из ямы, кто перевесил флажки на башне, какого хрена патрон последний, когда подадут сигнал, и где запасной парашют. Каждый охотник желает знать, зачем он тут. Каждый охотник желает знать, зачем.